В данный момент приехал Кентухи Достувамен, да? Один Денис, он с Приморска, Каждые полгода практически едет в Баку, приезжает. Денис Сейчас я из Приморья. покажу. Да, Приморский, он там жил, родился до 92-го года. Потом переехали на Кубань. Вот сейчас вот сидим в беседке и так беседуем с ними. Что пьете? Такой. Значит, был чай, сейчас мороженое, доедаем. Лимонад. Лимонад. Ну, все есть, да, так. Погода Чай хорошая. какой был? Какой был? Чай только азерчай пьем. Потому что Правильно. он вкусный чай. Спасибо, Он Аршан. вкусный. Не, ну а что схватить, так и есть на самом деле. Что правда, то правда. Вот чай шикарный, хороший. И в Баку пили, и постоянно. И в Москве пью. Что правда, то правда. Недавно беседовал я... Камера, знаешь, хотел сказать, да вот мне было очень много положительных, приятного аппетита, ну шел сон. Это Наверное, арбуз пендир, гарпус пендир. Это я хайдерабад постоянно пендир. раньше, Айсал, я постоянно Гарпус. кушаю. Вот Вот смотри, мы и до сих пор любим кушать арбуз, чтобы сладкий был арбуз, с сыром, мохтар, и хлеб. Мотал слишком для меня. Я люблю все-таки чанах или исаб этот самый, ордубадский. Мотал сухой для меня, потому что я тандыр не ем хлеб. Это уже слишком калорийно. Ашор. Шор кто любит по утрам, да? Я не люблю шор. Я люблю такой вязкий сыр. Типа чанах. Суховатый, да, ордубадский. Но сейчас, к сожалению, хорошего сыра нету, потому что везде всякие добавки химические. Нет, той продукции, что была раньше. В Баку что хочешь. Что хочешь. Ну, я надеюсь, что скоро приеду и увижу своими глазами. И попробую своими губами. Но надеюсь, в Да, ближайшее время это будет.